Витус Амигос, настала очередь Бэтмена. Едем исследовать какую-то сейсмическую активность на острове... На каком-то острове. Какая в жопу разница, как он там называется. Вот обратите внимание, как работает езда на Бэтмобиле. То есть практически она не фризит, не лагает, не зависает. А при этом тут эффект дождя постоянный. Смотрите, вот спецэффекты взрыва. Все рушится, все что-то мигает. В общем, смотрится довольно неплохо. И при этом нету вот этих ублюдочных фризов, которые есть в Assassin's Creed. Когда там едешь на телеге под аккомпанемент самого убогого дождя на свете, хотя я даже без дождя ехал, то есть. И все равно там дичайшие фризы. Ну, понятно, почему почему в G-Scouse, конечно же, просадки. Оказывается, туда запилили всеми любимую защиту Denova. В итоге пираты не могут поиграть вообще, а лицушники не могут поиграть нормально без лагов. Вот сейчас, кстати, просадка была нехеровая. Интересно, с чем она связана. Расчистите район. От кого? А, вот. Район саморасчистился, видимо. Alfred, I've located the source of the seismic activity. It appears to be increasing in frequency. I know what it is. Конечно же, перед тем, как лучший детектив на свете приступит к заданию, он обязан позвонить Альфреду. Ага, вот, вот и наше растение выросло. Парных гремучек и аспидов. Я сейчас прочитал не рыцаря Архима, а рыцарь Вермахта. I hope you're ready. He's going to throw everything he's got at us. His little tin toys. Ну, пора уже пугалу хоть что-нибудь ударить. А, и начинается, бля, понятно. Мое любимое же начинается. Война, война против танков в машинке. Миссии на машине разнообразные и прекрасные. Шутка говна. Так, это наша баба. В смысле, это наша коляска теперь, она за нас. Эми, взрыв, но не знаю, нахер он нужен. Ну, юзим, пофиг. Они и так нормально дохнут. Они уничтожили мою телегу. Слушай, ты посмотри, сколько их тут, а? Вот если бы траекторию полета снарядов не показывали, может быть, хотя бы чуть-чуть сложно было. Так, конечно, это детская войнушка такая. Внезапно Бэтмен победил. Новый уровень. Ну, конечно, столько зафармил. Бэт-костюм. Чё там бэт-костюм-то? А, ну понятно, не хватает ни на что. Тут надо 80 уровней накачать, чтобы получить 15 очков распределения, видимо. Ой, ядовитый плющ стала хорошей девочкой. Интересно, а по комиксам она людей убивала? А то Бэтмен не очень любит, когда убивают людей. Ну, он ее, видимо, простил за все. Бляха, муха. Ну а это вообще мое любимое, конечно, воевать с этими танками Кобра, подкрадываясь к ним с тыла. И без вазелина стреляем в точку G. Что за значок-то, что обозначает? Это вообще что за район-то? Какой-то туннель подземный. Похожий на... Так и просится туда какие-нибудь магазины поставить, рынок как-нибудь развернуть, как у нас. На что цель-то указывает? А, он не вылезает из машины, пока
Да. Мы же не можем дистанционно управлять машиной, чтобы уничтожать эти кобры, правда? Съебанс, съебанс. О-о. Вези, вези, вывози. Где турбина-то? Давай. Уэйн не дал выстрелить. Пиздец, какое говно. Там еще один едет. Давай, бля, быстрее. Это точно танки или, бля, танкоподобные роботы какие-то? Похоже на БМП Терминатор, только более забронированная версия. Что он делать будет? То же, что будет делать на его месте все боты, он будет тупить. Нажмите В, чтобы посмотреть задание. Да я так знаю задание, кобру уничтожить. Трудно не догадаться, что от тебя хотят полчаса уже. Уи! Какая победа, господи. Этот бой много значит для меня. Ну теперь-то. Лагает. Понятно почему. Ох, сука. Слоу-моушен какой-то включился, не знаю в честь чего. В честь мощного комбо, наверное. Вот этот удар по воздуху все обосрал, конечно. Бэтмен решил показать, как он умеет пробивать с колешечки, когда дерется с тенью. Так, а это что? Я просто в офиге. На что мне указывает опять этот, этот неадекватнейший крестик? Вот он задолбал меня просто в этой игре. Как тут карту-то открыть? Я даже не вижу, на какую кнопку, блядь, здесь эти крестики ставить. Серьезно, что за говно? Откуда он, блядь, берется вообще? Дрифтанем по-мокрому. У меня такое чувство, что у него тормозные диски красным горят всегда, даже тогда, когда я не торможу. Непонятно почему, правда. Ни хера не понял, что они хотели, чтобы я сейчас сделал. Я уже немножко на управление Just Cause перестроился. You're not safe here. The Knight knows where you are. Да, конечно. В недрах опаснейшего дерева мутанта тебе небезопасно, а вот в полицейском участке, который уже не раз был, по-моему, раздрюкан, что в фильмах, что в мультиках, что в комиксах, там, блядь, самая безопасность прям. Концентрация безопасности в полицейском участке. Что за шквальный ливень? Залпового огня установка.
Че это он снес? За один выстрел жертв стало больше, чем за всю ночь. А и он сломал мою тачку. А, это распылил. Он распылил газ. Я так понимаю, теперь передвигаться Бэтмен сможет только по крышам, да? Конечно, в этой графике этот туман смотрится смешно просто. Какое-то колыхающееся море из лавы. My plants are dying. The cloudburst is amplifying the effect of the toxin. You need to destroy that device, or my plants won't be able to protect Gotham. You'll die if you stay here. We'll both die unless you stop him. Че это она так жопой повиливает, я не понял. Она погибнуть решила? Ну нихера себе. Они чё, в последней части Бэтмена решили всех поубивать? Created the cloudburst, he'll have the means to destroy it. Very astute, Master Bruce. I only hope you can find him. But please, sir, be careful of the gas. Уничтожьте танк со шквальным ливнем. С зашкварным ливнем. Где вообще? Я что-то забыл. Что надо делать с беспилотником? Смотрите, два крестика уже нет. Один. Ну такая реально вот эта графика. Вот этого дыма, это, блядь, просто PlayStation 1. Зена Королева Воинов. Там был уровень такой. В аду вроде как. И там вот реально пол. Лава выглядела вот именно вот так. Очень похоже, по-моему. То есть в Бэтмене такая графика была вся. Зачем? Дождь кончился, кстати. Дождь кончился, а просадки не кончились. Как так? А это что за танк стоит? А, это дорожное какое-то говно. метров. Почему Бэтмен не вызовет свой самолет? Или Бэткрыло это личная собственность Моргана Фримана здесь. Бэткрыло ему только апгрейды для тачки приносит. Больше ничего не делает. Помню эпичный выход Бэт-самолета. Еще в олдфажном Бэтмене, где пингвин там. Или кто там свои шарики-то развесил по городу. А, Джокер. С газом, типа. У Бэт-самолета даже ножницы на борту нашли, чтобы трассу отрезать. Три батаранга и бам, в атаку. Тут же все подвисло, 12 FPS какого-то хрена. Конечно, такая же красотища тут прям. Вот ублюдок. Что это он делает? А, он в меня хотел тело бросить.
Да пошел нахуй, у меня только получилось, блять, это сделать. Петух, блять. Жизни, сука, на один удар, все равно выебывается. Пиздец, комбинация. Колесо мыши, пробел, пробел, атака, пиздец. О, нормально. Против лома нету приема, походу, даже у такого здорового чувака, как этот. А вот это, блядь, колесо мыши, пробел, прыжок, прыжок, удар, блядь, это пиздец, конечно. Фаталити, блядь, на Сеге в Mortal Kombat проще было делать. Это был образец. Ну, конечно, слух-то музыкальный, как у Бетховена, бля. У собаки, в смысле. Так, что там? Ноль. Ну. Ключевой синтезатор. А, это было что-то другое? Сука, как меня заебал этот крестик, ёб твою мать. Отпечатки уже у него были, да? Stag got out somehow. The militia won't spare him if they track him down. I should deal with them first before I look for him. Ой, как заебало это однообразие уже, а? Прежде чем что-то делать, надо со всеми разобраться. Ёпта, бля. Когда по-другому-то было. Так, нахуй, перезапуск. Заебало мне этот крестик уже на экране. Он мне, бля, на ливер давит. Криворукие, блядь, не могут игру уже нормально сделать, даже. Так, I've synthesized the Arkham Knight's voice. I should be able to order his men around. Вертолет хоть снаружи летает? Как там ему беспилотник сломать? Тросомет? Бетаранг, деструктор? Устройство удаленного взлома. The drone sensors are temporarily disabled, but I can only hack one at a time. So the previous drone will be back. Только одного? Давай вот это вот, а, пизданем. Надо было прокачать деструктор, может тогда больше бы взламывать смог. А батарангом нельзя сбить его нахер? Что за херня? А это кто? Тут что, опять доктор Фриз, что ли? Играй со своим беспилотником. Почему-то не было варианта сокрушить его, наверное, потому что я стелс провафлил. Может, этот не такой? Не с таким хорошим слухом. О, там сзади вообще какой-то огнеметчик бежит с баллоном, походу. Зацепиться за желоб? Это как? А, охереть.
Штурмовая граната. Жаль, что она у него одна всего постоянно. Лучше бы как у этого аудитора, блядь. Штук по 5. Задымил весь уровень, прошел всех. Отбуцкал. Все делов. Ну это халявный захват с высоты. Опять кто-то беспилотник взял. Сука, сколько ж можно-то? Мне интересно, а вообще численность банды какая тут у каждого из этих суперзлодеев, блять? У нас за все 90-е столько бандитов, по-моему, не было, сколько здесь. У каждого из них. Уж мы их мочим-мочим. Они где-то новых вербуют. Тут, походу, люди вместо военкомата приходят на кастинг в бандиты, блядь. А, и он не помер, да? Так, мне нужен деструктор. Ну, воинственные вы мои. Кто будет целовать меня в жопу первым? Кстати, я тут уже был. Собирал отпечатки, я помню. Так что тут еще и разнообразие мест отсутствует чуть более чем полностью. А у кого-то еще работает ствол, смотри, стреляет. О, у этого не работает. От неожиданности. А у этого петуха работает, смотри. Бам такой в ухо. I've still got Jack's fingerprints on file. I can pick up his trail at the container and track him down. Ну че он разговаривает сам с собой? А, стек куда-то пропал? Или что? Окей, Стек. Where are you hiding? Интересно, сколько надо убить народу, чтобы узнать, кто такой рыцарь Аркхема? Я думаю, это... Ну, это же главная цель, типа. Так, как тут? Сканер, отпечаток. Я знаю, как он, блядь, на джойстике включается. Как он включается на клаве, я в душе не ебу. Поэтому будем делать на джойстике, естественно. Что? Ой, блядь, ёб твою мать. Ну, сканер. Нахуй мне залезть вниз. Чё это, блядь, за сука, за советы здесь такие горят, пиздатые. Ну, ладно, давай посмотрим, блядь, где у нас сканер отпечатков. Бэткоготь. Взрывчатый гель. Дымовая граната, блядь. Деструктор. Управляемый, трассомет, устройство ударенного взлома, речевой синтезатор. Нету, блядь, сканера отпечатков. Это значит, что он, блядь, как-то работает. Просто как-то, блядь, на какую-то охуенную, наверное, секретную кнопку, которую надо, блядь, обязательно помнить. Вот в начале игры где-то был сканер отпечатков, потом полгода его не было. Тут снова, блядь, вспомнил, что что-то давно мы нахуй не ебали людям мозги сканированием отпечатков, блядь. Пусть нахуй сидят, вспоминают, как там это, блядь, делается. Это же, блядь, так классно вообще. Где сканер, сука, отпечатков, мразь? Выбрать ледяной удар. Какой нахуй ледяной удар? Где его возьму? Управление просто говно. X сканировать. Да это не то, блядь. Это... Ну, похуй, давай попробуем. Ну. Отпечаток руки, блядь. Отпечаток ноги, нахуй. Пробел залезть. Заебись, продолжаем. Ебать мозги. Слезть. Ну, давай, куда слезть-то? Чё ты там слезть-то мне всё предлагаешь? А, это, наверное, не сканировать надо, а идти. По следу.
Подожди, я тут стоял, мне писали, что отпечаток. Тьфу ты, блядь, да пошла ты нахуй. Я иногда уже просто не понимаю, что хочет этот сраный Бэтмен. Обычно он такие вещи стоит, долго сканирует, анализирует анализатором, там еще что-нибудь делает. А это просто миссия, стандартная миссия ведьмак. Ведьмачье чутье, идем искать, где там это. Ну что, вот он стерся. И что с ней делать-то? А, он по полу дальше полез. Видать, он превратился в обезьяну в какую-то. Не знаю, зачем он перемещается на всех конечностях. Вот он только что за лупой себе, наверное, ходить не помогает. Хотя, если бы Бэтмен настроит свой сканер на отпечатки члена, я думаю, что вполне это возможно. Вон он, наверное, в клетке сидит, обезьяна. Ну и чё, короче, вот он, походу. Нет, это Стас Михайлов. А в камере, в морозилке кто? Что, он взял автомат или что? Нет, он дальше пошел. Слушай, у Бэтмена сканер, вот он реально через стены видит людей. Вот нахера он сейчас отпечатки искал, обсканировал бы просто своим волшебным взглядом всю территорию, увидел бы, где живой чувак сидит там. It's surrounded by a nimbus field. It helps spread the toxin, amplify the effects. Any vehicle not using a nimbus cell will be fried. Then you won't mind if I borrow one. No, of course not. By all means. Get in there. Интересно, когда сделают игру про Робокопа какого-нибудь нормальную? Наверное, это будет игра в стиле Безумного Макса. Что это за хуйня? Думает, наверное, он. Наверное, на радиоактивно. И приводит к импотенции. Положу-ка я ее в карман. Тогда мне нужно работать быстро, но таймера все равно не будет. Так, ну и чего? Что за суть задания-то какая? Уничтожьте танк со шквальным ливнем. Почините Бэтмобиль. А, Бэтмобиль надо чинить. А выход-то отсюда где? Бэтмобиль с помощью каких-то, блядь, там этих хуёвин. Кормянам знакомым бы завез, они бы тебе быстро тачку на колеса поставили, блядь. В СТО. Шиномонтаж, блин. Тут какое-то говно летает. Хватит лагать, ты заебал уже, нахуй, говно. На хуйца, это стрельбы не будет. Ну, бля, 15 FPS, лаги хульт, конечно, тут же такая. Куда надо идти? Да пошел ты нахер отсюда. Мешает мне совершать прыжки веры. Зачем-то стройка вся подсвечена. Чтоб таджики лучше видели, куда плитка класть, наверное. Там этот хоть от меня отстал самолет-то.
Я заметил, что в Just House чувак на своей куртке летает быстрее, чем Бэтмен на своем наноплащике. Она умирает. Кто умирает? Плющ помирает, что ли? Доктор Айли? Кто такая доктор Айли? Чё-то комиссара Гордона давно не видно. Интересно, что он там делает? Такое ощущение, что он вручную без лопаты хоронит свою дочь. В мёрзлой земле. Что это за типы стоят, которых нельзя было атаковать с воздуха у разбившейся вертушки? По-моему, я сейчас немножко пролетел по такси. Наверное, это воздух, это дыхание задерживал, сука, когда я нырнул туда. Починить Бэтмобиль. Even if the gas doesn't immediately incapacitate you, another dose could cause long-term psychological trauma. Ой, бля. Альфред, чё ты мне пошёл медсестрой в больницу работать, раз так много знаешь о здоровье? Да-да, лагай, лагай, игра, лагай меня полностью. Сильнее лагай, бля. Ох, прыжок, давай, просадки, где они? Так можно было не рассчитать и своими ушками в землю воткнуться. Кстати, недавно тут товарищ показал скриншот, на котором Бен Аффлек в роли Бэтмена в костюме сидит. Я такого уродства никогда не видел. У него ушки, как у женщины-кошки, были такие маленькие, коротенькие. И вообще он на оборванца похож. Я не знаю, мне кажется, Супермен ему пиздюлей навешает. Да отпихай ты, ёпты. Ух, насочиняли, бля, нет бы как в Жигулях дал пинка и поехала. Он дыхание... Он не дышит, но все равно через кожу, видимо, газ на него этот воздействует. Какая у него кожа, смотри, прям. Реклама крема для лица. В разделе «До». О, смотри-ка, откачивается. Говно скример-то. Пошел нахуй. О, вот теперь небо, смотрите, этим стало. Это какой-то, как будто покрывалом каким-то город накрыли, короче. I can't track the cloudburst in this gas. Clear out as much as you can. I can't, Batman. My plans are too weak. Then tell me where to find another. There's a tree buried deep in the Founders Island. Wow, как мы умеем. I'll find it. Так можно пробки объезжать. Используя сонар. Как он там работает, сонар-то ваш? Кингстон. Хорошая оперативка. Я, по-моему, людей давлю, ну да ладно. В Готэме явно избыточное население. Не, красиво, конечно. Атмосферненько. Игра говно, но атмосферненько. А, вот сонар. Чё это было-то, блядь? Если лагает, значит мы идем правильно или как? А, на F.
И что это? И куда, ёбаный в рот, ехать-то, блядь? Чё за... А, надо на мини-карту смотреть. Там корни показывают. На какую залупу мне корни, если я танк ищу, вот непонятно. И чё? Ivy's plan to process the remaining toxin, but the sonar can't penetrate deep enough to release it. One moment, sir. The new extension to the Gotham subway is under construction. Да, конечно, давайте в метро, потом еще что-то, ёпта. It's a start. Send me the location. Да, Бэтмен, тебе жутко не везет, блять. У тебя никогда ничего по, сука, по-русски с первого раза не делается. Ну это просто пиздато. С таким видом лагов в два раза больше. Как вид-то поменять? Не на С. Не на С, не на В. Это ясно всем, сука. О, как какая-то перхоть цветная сыпется, добавляя еще больше лагов в эту и так лагучую игру. Еблась. Парковка. I need access. Of course, sir. I must warn you, scans reveal there's a considerable number of the malicious tanks. Да как же, блядь. Танки. Опять танки, блядь. Танки опять. Сука, на Курской дуге столько ни танков не было. А это что такое? А, и вертолеты теперь. А, пидоры. Жрите мои ракеты, твари. А это что за дерьмо? Что происходит? Я с таким еще не бился даже никогда. Что это такое? Эй, вообще хер убьешь. Надо сначала одну пусковую установку отстрелить, потом вторую. Так, я так понимаю, что мне вон туда, да? Упс. Суки, грызите, блядь. Вы посмотрите, это просто бред, блядь. Херню какую-то взломал. Да не, воюет вроде. Тут у меня тачка немножко горит. И пукан подгорает, а так вообще все нормально. Празднично распахнулись двери. Это... А. Надо, наверное, выйти отсюда, да? А, понятно, хера там. На геймпаде это хорошо делать. Сотый раз повторяю. Отлично вообще. А, не как вся эта миссия будет на Бэтмобиле. Как тогда с загадочником, только теперь, наверное. Ой, там же кошечку еще освободить надо было. Ай, да пошла она, хуйня облезла.
используя сонар. Нахуй его тут использовать? Тут одна дорога, я думаю. Это начинаются безумные гонки на Бэтмобиле. Сальто. Так и было задумано. А, ну еще тут... А туда-то как? Чё за... Да ёб твою мать, заебало! Не туда, что ли? Что? Как туда проехать-то? Ёб твою мать. Альфред, мне нужен доступ. Давай посмотрим, как открывается эта залупа, блять. Надо, конечно, вылезти. Кнопка-то, блядь. Так далеко. Чё-то мне кажется, я наебался где-то, блядь. В очередной раз. Быть такого не может. Чтобы так далеко надо было бежать. То, чтобы сраную дверцу открыть. Почему нет? Тачка-то дистанционно управляется. Шаталити. А, да. Fear isn't pure biology, Batman. It's more than instinct. True fear. Чувак, я тебя не слушаю, заткнись там нахер. Упс. Не та кнопка, бывает. Тебе надо как-то вылезти, блять, давай. Еще раз. Может, у Бэтмобиля есть какая-нибудь бэт-клешня, которая может рычажки нажимать, чтобы я не вылезал. И чё? А, я знаю, чё. Опять эта ебучая загадка. Он не хочет никуда своим крючком-то зацепиться гребаным. Некуда, да, скажи еще, блядь. Вот здесь вот именно некуда цепляться. Пиздюк, блядь, недоделанный, чтоб ты сдох, а. Ну, я думаю, все поняли, да, что тут надо делать. Блядь, понаставь. Ёб твою мать, господи. Столько говна надо здесь, да, создать, чтобы, блядь, вообще невозможно было по прямой проехать. Какую кнопку выпрыгивать, блять, из этого говна? Резкий старт, удерживать shift. Удерживаю. Охуенно, не так ли? Да хули ты не летишь-то, ёбаная мразь, ты заебал меня уже, придурок, блядь, сука, что за хуйня, чё не так-то, блядь? Ну
пробел, потому что надо разогнаться, блядь, до охуения. Чтобы это говно сработало. Ничего, что там, бля, мою машину сейчас расплющит нахер этим говном. Не, она без гидравлики, оказывается. Вообще интересная конструкция в метро. Это нахрена в метро такие эти? А как он тут очутился? Блин. Вот зачем строителям метро управляемый трамплин, блядь? Объясните мне кто-нибудь. Я просто что-то не улавливаю логику. А, ну да, машины, чтобы сюда заезжали. Вон они тут стоят же кучей. Так же с разгона, чтобы... Нормально. Так все и было задумано. Лучше бы была просто гоночная миссия. Опять? Его пять, сука. Ну а где? А, впереди. А, в чем прикол, так это в том, что опять нас разгону здесь все это делать. Что-то у меня машинка эта закоцанная вся уже. Пора этим кармянам вести на полировку. Вау. Так. А это кто там сидит? Джокер опять, что ли, глючный? Да, через двери, блядь, войти не наш метод. Надо стекло взорвать. О-о-о. Подожди, а что тут? А, тут нету стекла. Идиотство. А не кажется, что немножко не в ту сторону она? Мне не сюда надо, что ли? Мне туда? Интересно. Не очень, конечно. Но... Сейчас мы, блядь, пряменько поставим. Ну, заебись вообще, считаю. Так-то нормально. А, бля. Сука. Я тебя ненавижу. А, я понял. Ебать, я лох. А, ну все пиздец, это опять. Еще круган. Я думаю, это рекорд мира по стоянию на заднице на машине. Давай, сука, тряпка. Это же пиздец, какая миссия. Lock it, unlock it. Это тут не просто так написано, господа. Lock it, unlock it, блядь. А, так нахуя я? Фу ты, блядь. Подтупливаю. Не очень доверяю я просто этому дистанционному управлению этим бэткорытом. Да, работники, наверное, этого метрополитена просто заебались добираться на работу, блядь, такими маршрутами. А без бэтмашины тут вообще никак. Я же говорю, что планирование в воздухе не работает на клавиатуре. Благо, что урон не засчитывается, если ты мордой в землю прилетел.
suspects. Shift focus to former Arkham staff. Hugo Strange had ulterior motives. Quincy Sharp was unstable. А, но он где-то слева. Exactly. You're there, Batman. I can feel it. The pulse must be stronger to free her. Сейчас фрикцию, блядь, сделаю, задолбало. Ты будешь вылезать. Теперь надо биться с этим кактусом, походу, да, или что? Или такой извращенный телепорт, наверное. Лагай, сучка, лагай, рви мой компьютер, 7 FPS, да? О, бля, вообще. Мне кажется, нас наебали. Защитить против чего? Против танков, наверное, да, опять? О боже мой, блядь, как ты... Охренеть. Да-да, и пиздец, и все лагает, и нахуй, правильно, да, больше лагов. Больше танков, больше лагов, нига, я бич. Нахрен нет взлом этих, я беспилотников ссал я. Спину больно, ай. Это что за... Из детского автодрома кто-то угнал тачку и приделал к ней ракету? Выебываем отсюда. Чё за, блядь, выстрел из пушки вулкан горит? Она нихуя из неё не стреляет. Выстрел из пушки пукан, блядь, я сейчас сделаю, охуенный. Знаете чё, заебало, короче, хватит. На этом можно закончить. Это уже третья битва, блядь, надо... Третья битва на машине против танков. Для одной серии это уже слишком перебор. Так что с этого начнется следующая, если начнется вообще когда-нибудь. Так что жмите, что-нибудь пишите и все такое.